вопрос у меня по поводу выделения материальной помощи жителям города в части изменения и удаления пункта, если такое возможно, законодательно, по поводу критериев определения нуждаемости. И в частности, справки о предоставлении задолженности за коммунальные услуги, капитальный ремонт и другие органы, связанные с отсутствием задолженности. Я считаю, что данный пункт является 100% препоном для получения материальной помощи, так как люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, однозначно имеют задолженность в данные органы, а некоторые просят материальную помощь для того, чтобы погасить данные коммунальные услуги, которые при перечислении кладутся на их расчетные счета, и откуда автоматически погашается задолженность в данные органы. Поэтому тем самым этот вопрос в любом случае решаем. Но это даст возможность людям, которые реально нуждаются, получить материальную помощь. Потому что на сегодняшний день, согласно данного положения, в которое неоднократно носились изменения, получить материальную помощь не имеется возможно. Поэтому прошу вас. Сейчас инфорад зафиксирует это в предложении протокола. Мы протокол направим тогда в администрацию с просьбой рассмотреть данную возможность.